В Украине на праздничных выходных до 21 апреля усилили карантин. В ряде городов не будут работать даже продуктовые магазины, а некоторые населенные пункты полностью закрылись. Харьковская область. У храмов будут выставлены полицейские, чтобы не допустить скопления людей. Рынки закроют. В церкви можно находиться вместе со священником и певчей не более 10 человек. Усиленный карантин мероприятий в области будет действовать с 13.00 18 апреля до 6.00 21 апреля. Что касается закрытых рынков, то это ограничение будет действовать до завершения карантинных мероприятий 24 апреля. В Днепропетровской области массовые религиозные мероприятия проводиться не будут. На грядущих выходных в регионе усилили карантин. Согласно решению областной комиссии, органы местного самоуправления должны ввести дополнительные ограничения в населенных пунктах. Отметил председатель Днепропетровской администрации Александр Бондаренко, говорится на сайте ведомства. 19 апреля в Хмельницке не будет работать ни один магазин. Открытыми будут только аптеки и АЗС. Кроме этого, с 17.00 18 апреля до 24 20 апреля перекрыты работы общественного транспорта. Будут перевозить только медиков и работников критических инфраструктур. 19 и 20 апреля, а также 25 и 26 апреля кладбища города будут закрыты для посещения граждан. В Киеве 16 апреля усилен контроль въезда в столицу. Водителей и пассажиров транспорта на основании въезда в Киев измеряют температуру. В праздничные дни правоохранительные будут контролировать соблюдение правил ограничения в публичных местах, парках и скверах возле храмов. Запорожская область. На праздник закроют 4 города – Мелитополь, Запорожье, Энергодар и Бердянск. На праздничные дни въезд и выезд в карантинные зоны будет запрещен, поэтому заранее покупайте все необходимое и празднуйте Пасху дома. Не нужно проверять, как оно работает, поеду узнаю. Проезд будет возможен только для медицинского транспорта и тех, кто поставляет необходимые товары или материалы, заявили в администрации.